Всем привет, это канал Айва Битс, и сегодня мы разберем бит Джорджи Вилхи. Этот бит очень интересен тем, что здесь настоящая пианино, которое я записал, как вы могли увидеть ранее. И здесь очень такой простой лоу-файшный бит, но который очень мягко садится вместе с таким пианино, что создает очень крутой эффект атмосферности, особенно с его вокалом. Давайте разберем самое начало. Вот такие здесь нотки у нас, как бы относительно много. Здесь как бы у нас есть аккордовая часть, басовая и мелодия. Как можете видеть, velocity все очень разное, это очень важно, чтобы добавить живости. Потом идет у нас основа. По сути, у нас это бас, который Ctrl-C, Ctrl-V на октаву ниже. То есть вот так вот. Ctrl, стрелочка вниз, стрелочка вверх. И мелодия у нас вот такая вот. Соль, ре, ре. Потом ре, ля, ля. Потом все то же самое. И потом только на октаву выше второй кусочек. Ре, ля, ля. И все опять повторяется. То есть, в принципе, все очень просто. Но самая сложность — найти, конечно, хороший звучок. Я использовал в данном случае пресет Giant, точнее, библиотеку Giant. Это пианино очень крутое, прям всем советую его найти, скачать. Здесь я накрутил такие настройки. Софт я поставил очень мягким, то есть это добавляет нам вот этого мягкого звучания. Если мы это поставим в хард, совершенно не то. Если слишком много софта, то плохо прослушивается. Где-то вот нужно найти баланс, золотую середину. Где-то она вот здесь для меня. Я ее нашел. Вот. В общем, это важно. Теперь у нас идет в анатомии. Здесь у нас хаммер, дампфер и педал. В общем, когда ударяет пианино, вот этот звук, как будто вы убираете пальцы с клавиатуры, вот этот шум от деревяшки. Вот это как раз и добавляет все эти эффектики. То есть это хорошо очень дополняет настоящегость пианино, если так можно выразиться. Вот. Поэтому это очень круто. И, в принципе, здесь все. Теперь по обработкам. Я убрал в фильтре, то есть в любом, в принципе, эквалайзере, убрал низ до 100 Гц и убрал верхний до 5 кГц. И убрал резонанс на 60 Гц, на 600. Это здесь как раз вот эти вот противные ноты могут влезать, которые бьют по голове сильно. И я их убрал. Зачем они нужны? Потом здесь у меня это Valhalla, Large Tiled и Mix 30%. И хайкат поменьше, чтобы не било по верхам. И компрессор. В принципе, любой компрессор подойдет, но в данном случае я использовал The Glue. The Glue очень удобен тем, что здесь гибкие настройки и уже есть хорошие пресеты. То есть я взял Case Hold the Chords и Threshold на максимум поднял, потому что пианино очень тихо. Как можете заметить, я поднял даже громкость на микшере, потому что реально очень тихо. И мейкап тоже поднял очень высокий. И, в общем, пианино уже мягче сидит. Давайте с обработкой без... Оно добавит этот вот хвост от, это, от ноты, которая остается, что продолжает как бы звук длиться дальше. Я думаю, вы поняли. Вот, теперь дальше у нас идет такой простой кик. Я немножко убрал ин, чтобы не было вот этого первого пинка сильного. Убрал верха, убрал серединку, убрал транзит мастером атаку. Давайте, Лина, послушаем сначала бит весь. Вот. То есть кик у нас должен быть мягким вместе с басом. Давайте кик и бас послушаем отдельно. У баса вот такие вот ноты, всего лишь три получается. То есть это ми бемоль, си бемоль, ми бемоль и соль. Но опять все повторяется. Ударяет бас, когда ударяет кик. Ну, то есть классическая тема такая. Взял я бас обычный 808 трэповский, такой вот. Убрал чуть атаку, чтобы не било по ушам в envelop, и холд на максимум, как всегда. Здесь в фильтре убрал высокие вообще все до 400 Гц. И сайдчейн обычный, чтобы когда ударял кик, он был более мягким по началу баса, чтобы бас был не таким агрессивным. Вот. Теперь у нас идет хэт и снэр. Это все лейрится вместе, то есть накладывается друг на друга.
То есть снейр нам дает как бы серединку вот такую атакующую, а клэп нам дает вот этот вот щелчок по верхним частотам. И это все соединяется, получается более-менее нужный звук, который нам нужен. Вот. Fruity Reverb здесь 3% в это прям, 3%. Но вот эти 3%, они все-таки слышатся немножко в миксе, точнее ощущаются, что очень круто. Снейр я обработал тем, что срезал серединку до 700 Гц вот таким вот образом. И высокий до 7 кГц, чтобы не било по ушам высокими частотами. И получается вот нужный звук. И остается хэты. Хэты у нас вот такие вот нотки. Довольно низко играет. То есть, по идее, нужно будет это здесь играть. В данном случае он играет низко. Это очень важно, если вы будете писать хэт. И еще важный момент в хэтах. У нас есть вот такой вот кусочек. Вот этот шум, который нам, в принципе, очень важен. Потому что с помощью этого шума и создается ощущение полузакрытого хэта, полуоткрытого хэта. То есть close и open хэт. Это все как бы все в одном, что очень круто. Срезал маленько высоких, срезал серединку и низ до 1500. То есть если убрать, здесь вот по ушам прям бьет, и этот как будто перкуссия играет, нам это не нужно. И убрал резонанс, который бьет тоже по ушам. Как можете видеть, это самая высокая частота выпирающая, и я ее убрал. И чуть-чуть реверба, то есть 15% всего лишь, и дикей на 3 секунды. Все остальное не важно. То есть без, из. Вот этот хвост, который нам очень тоже важен. И все вместе давайте еще раз послушаем. Бит. В общем, бит простой. Я просто все показал еще нюансы, чтобы вы поняли. Чтобы не было вопросиков. И вместе с пианино. И опять все повторяется. В общем, вот так. Давайте посмотрим мастер. Что у нас на мастере висит? На мастере у нас всего лишь два плагина. Это MGF Time Warp для лоу-файшных битов. У меня разбор на канале есть, можете посмотреть, как писать лоу-фай. Там я его тоже использовал и показывал, как его настраивать. Тут все очень просто. Главное LR выкрутить и MT поменьше поставить. То есть насколько маут, насколько будет сильный эффект ощущаться. И Soft Clipper, чтобы не пикало выше нуля. И все. Все остальное уже сделано на этапе сведения, и мастер нам особо уже не нужен. Можно, конечно, и мейджор кинуть там, чтобы пошире было и так далее, но это не нужно. Вот. На этом все. Надеюсь, вам урок был полезен. Что-то новое вы узнали, что-то новое про пианино вы узнали. Я думаю, точно, потому что контактовский пятый пианино Giant очень крутой. Всем советую его попробовать. Обычная лоу-файшная драмка. Все это вместе дает прикольный эффект атмосферы. И если у вас офигенный голос и вы хорошо поете, как Джорджи, то будет вообще все найс. Вот, поэтому пишите в комментариях, какого еще артиста можно разобрать, какие-то там фишки, возможно, и насколько был вообще полезен вам этот урок. Я все комментарии читаю и буду рад каждому сообщению и письму. Вот, также ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на паблик ВК, также провожу курсы по битмейкингу и провожу стримы на ютубе раз в две недели, точнее, два раза в неделю примерно. Вот, разбираем биты, пишем, я отвечаю на ваши вопросы, также как бы взаимодействую с вами, чтобы отвечать на какие-то ваши накопленные вопросы по битмейкингу. Вот. Поэтому всех был очень рад. Всем удачи, всем пока.